Там, где около 25 миллионов лет назад в земной коре появилась трещина, и африканская плита отделилась от аравийской, в земной коре образовался провал. Он постепенно на протяжении тысячелетий заполнялся морской водой из Индийского океана. Так рождалось Красное море. Самое удивительное море на планете. Ни одна река не впадает в него. Оно одно из самых соленых, самых теплых и самых прозрачных морей на планете. По качеству, разнообразию кораллов, морской флоры и фауны Красному морю нет равных в Северном полушарии. Тысячи ярких рыб, разноцветные кораллы, свобода и легкость парения под водой. Вот то, что я люблю, то, что мне снится, то, о чем я мечтаю, будучи вдали.